Здравствуйте, дорогие друзья. Не знаю, насколько хорошо будет слышно. Ну, здесь у нас небольшая перестановочка по аквариумам, небольшое переселение. Здесь раньше жили у нас живородки и всякие мелкие рыбки. Сейчас тут у нас находятся только улитки, маризы, ампулярии и два шипа дьявола. Из вот этой вот какофонии мы будем стараться делать красоту. Вот такая у нас тут имеется декорация. На свету, я думаю, она будет лучше выглядеть. И будут тут достаточно интересные, как по мне, рыбки. Ну и вообще буду пытаться сделать все в таком полуготическом формате. Итак, вот сие дело выглядит как полузалитое. Оно не запущенное. Ну, у нас подмена воды, фильтр еще не включен, поэтому вот так вот все выглядит. Но, как по мне, уже весьма и весьма эффектно. Не знаю, насколько тут готический формат получится, но посмотрим. В принципе, начало мне уже нравится. Ну и тут, опять же таки, останутся только дьяволы. Все остальные переедут в другой аквариум. Ну и вот так вот это дело выглядит сейчас. Как по мне, то просто обалденно. Сейчас еще поймаем ракурс. Во. Шикарно смотрится. Ну и специально для этого аквариума я взяла немножко акантофтальмусов. Вот такие вот шнурочки. Сейчас мы их переселим в новое жилище и посмотрим, как сие дело будет выглядеть. Оговорюсь, кстати, что рыба уже приученная к воде. Пока шла подмена, она сидела в пакете. К ней добавлялась вода той же температуры, что и в аквариуме. Да, я это проверяла, и да, я это могу подогнать. И доливалась вода из самого аквариума. Кстати, да, новую рыбу лучше заселять в более свежую воду, если объемы достаточно маленькие. Ну и вот наши акантофтальмусы, и давайте сделаем им вжух. Да, вжух они не очень хотят делать. Оп. И разбежались. Все. И слишком часто мы их видеть уже не будем. Вот такая вот у нас коротенькая видия. Ну, я не знаю, насколько она короткая, конечно, получится, но сам факт. Вот так сие дело выглядит. Мне дюжи нравится, еще пару скал. Хотела еще замок сюда влупить, но не знаю, посмотрим. Может, он тут и не понадобится. А на этом наше видео подходит к концу. Спасибо всем, кто просмотрел данное видео. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.